20 мая, 17 год, Харьков, Салтовка. Точка сборки для поездки группы на 12-й велодень Харьковский на площадь Свобода. Тоненькими ручейками стекаются люди здесь, на Салтовке, к месту сборки на ХТЗ. И потом эти тоненькие ручейки вольются на площади Свободы в огроменное озеро. Из тысяч и, вероятно, даже десятков тысяч людей. Надеюсь, не в буквальном смысле в озеро это превратится, как в прошлый велодень, когда ливень накрыл велодень по щиколотке. И это у кого с ростом порядок. Так, ну погода, слава тебе, Господи. Вчера дождь, завтра дождь, сегодня ночью был дождь, но сейчас вот просто замечательно. Хотя нам, конечно, не привыкать после катаклизмов. Месяц назад, 20 апреля, был снег, выпал по те же щиколотки. И было минус 6, 20 апреля с утречка. В общем, собираемся, через 20 минут выезжаем на площадь Свободы. К месту старта колонны велодня. Может, кто себя захочет распознать, посмотреть. Здесь это еще реально сделать. В многотысячной толпе на площади Свободы шансов будет ноль.